Во-первых, курс состоит не только из набора лексического материала или какого-то грамматического, но и аудиозаписи, потому что, в первую очередь, чтобы заговорить на английском языке, нужно научиться его слышать, слушать, слышать и понимать. Задания структурированы так, что даже будучи не слишком организованным человеком, если правильно, последовательно выполнять все задания, то появляется какая-то система. Конечно, учитель-преподаватель, который закреплен за тобой, он контролирует тебя, но я думаю, что даже без контроля преподавателя, если у тебя есть цель, а я думаю, что у человека, который заказал курс ЕШКА, есть цель выучить английский язык или немецкий, или любой другой, значит, эта цель будет достигнута благодаря именно структуре, последовательности выполнения заданий, нарастающему уровню сложности.